הרב לייטמן, חוכמת הקבלה. Тут РФМ, Раф Лайтман, здравствуйте. 8 часов 5 минут на радио 103 FM и также на 66-м канале на Hot и на ЕС. Раф Лайтман, наука Кабала, радио 103. Я представляю нашу техническую группу. Юрдион Алин, Бели Церковский, Игорь Резник, Йони Хайман, Нета Вадмани, Алекс Мизрахи, Эран Курц, Орен Леви והרב לייטמן. ערב טוב, הרב לייטמן. Добрый вечер, Раф Лайтман. Нагид ла маазиним шелану рак лифней шелахи. Добрый вечер. Мы поприветствуем наших радиослушателей. Нам можно звонить по телефону 1-900-722-103, а также задавать вопросы на страничке Михаил Лайтман в Фейсбуке. Что мы будем учить сегодня? В соответствии с теми обращениями, которые я получаю, и вопросами, я могу сказать, что иногда вопросы очень острые, и я вижу, что по-прежнему люди не понимают, и это действительно по моей вине, что я не могу объяснить, что действительно нам хочет рассказать наука Каббала, что она дает народу Израиля. И в особенности в эти времена, когда мы находимся, когда народ не очень знает, что мы находимся в периоде, который называется «Между теснин», 17-го Тамуза по 9-е Ава. Это период, в который всегда во всех поколениях у нас были проблемы, изгнание из Испании, изгнание из Германии. Прежде всего, это началось с разрушения первого храма и второго храма. И, короче говоря, в течение всех лет, всей нашей истории, в течение последних 3000 лет, начиная с получения Торы и далее, собственно, мы всегда страдали, очень страдали. Ну, такой период. И мы знаем, что наш мир, он построен в подобие высшему миру, как отображение высшего мира. И в высшем мире есть программа, в соответствии с этой программой сосредотачиваются злые силы в одном месте. А в нашем мире они так излучают себя. Это выражается в периоде, который называется периодом от 17-го Тамуза до 9-го Ава. В чем, собственно, причина этого плохого, злого периода? Ну, здесь мы снова приходим к науке Каббала, и что она нам объясняет? Она объясняет, как, в конечном счете, осуществить объединение между нами, поскольку все зло исходит от того, что мы пришли к разбиению, недостатку объединения. Пока мы все не объединимся полностью в храме, пока мы были объединены во времена храма, все было хорошо. У нас была и страна, и народ, и правительство, связь между нами, связь с высшей силой. Были другие времена. А когда мы потеряли связь между собой, это означает, что мы упали из братской любви в беспричинную ненависть, и действительно недостаток связи между нами вызывает все зло. Какая связь? Как это работает? Связь работает так, что мы не подобны высшей системе. И когда мы находимся в отрыве от нее, именно мы, народ Израиля, то выходит, что все беды приходят к нам. И здесь очень интересная вещь. Тора, собственно, рассказывает это в виде очень косвенным образом, я бы сказал. Сказано, что правило возлюби ближнего своего – это главное правило Торы, основное правило Торы. И правило, объясняет нам Кабалист, что оно охватывает все. Правило, общее правило, клаль на иврите от слова кулель, общее, включающее в себя все. И если мы выполняем это правило, приходим к объединению между собой, то оно действительно охватывает все, и ничего кроме этого не нужно. Гамкин...
включает всякие действия, заповеди, все, что нам нужно делать. То есть нам ничего не надо сделать, кроме объединения между собой. Проблема в том, что мы все время отдаляемся от объединения. Мы не чувствуем, насколько это нам важно. И поэтому это то, что вызывает все беды. В то время как мы видим, что реализовать, люди думают, как мы можем к этому прийти. Эти вещи как бы не очень ясны. И здесь мы приходим к очень важной вещи. Что мы не осознаем, что именно вследствие недостатка связи между нами мы вызываем ненависть к нам со всего мира. Казалось бы, какая связь между тем, что мы не объединены, и тем, что мир как бы обращается против нас? И здесь мы приходим к закону особому. И наши мудрецы нам сказали так, в такой форме, что человек должен всегда себя видеть обслуживающим весь мир. Он должен видеть себя наполовину оправданным, наполовину обязанным. А заповедь, сказано, что выполняющий одну заповедь, то есть заповедь любви, он переводит весь мир на чашу заслуг. Вы можете еще раз повторить вот эту идею, я не совсем понял. Как человек должен относиться к себе? Человек должен постоянно видеть себя, но обращается к еврею, как бы, поскольку это Тора. Она обращается к нам, что человек все время должен видеть себя наполовину обязанным, а наполовину оправданным. То есть как бы ты как бы все время находишься на язычке весов. Если ты проделал правильное действие по объединению, то я склонил чашу весов. Да, перевел на чашу, на добрую чашу, на добрую сторону. Но если нет, то тогда на плохую. Вы часто говорите об объединении. Что это за действие по объединению? Поэтому дано нам общество, чтобы мы это делали в обществе. В науке Каббала вообще рассказывают о многих правилах. Даже, как бы это сказать, действия, которые мы должны делать, упражнения, чтобы это нас сблизило. И в той мере, в которой мы сближаемся, то есть каждый из нас даже хотя бы немножечко приближает себя к объединению с другими, мы этим что делаем? Склоняют, разрушают весь мир. Перевешиваем себя весь мир. То есть в этом вся наша связь с миром. Потому что мы говорим, ну что миру до нас? У нас есть своя Тора, что нам до всего мира? У нас есть своя Тора, хотим, делаем, не хотим, не делаем. Но какое дело миру до нашей Торы? Или какое дело до нашего объединения? Почему мир все время обращается к нам и требует от нас? И что именно он требует, он не знает, но он чувствует, что зависит от нас, и мы вызываем в нем зло. И причиняем ему зло, и мы даже не знаем, чем можем ему перевести зло в добро. А здесь условие, что если человек обращает себя, как бы переводит себя по отношению к ближнему на чашу заслуг, немножечко соединяет себя с другими, он этим влияет и на весь мир. То есть переводит весь мир, себя и весь мир на чашу заслуг. Смотри, что написано. И написано, и об этом написано очень четко, очень ясно, только мы не хотим слышать. И отсюда мы понимаем, какова связь, почему мы обращаемся ко всему миру. В тот момент, когда мы можем объединиться между собой, этим мы вызываем во всем мире объединение. Если мы отключаемся между собой, то вызываем отключение во всем мире, между всеми нациями. И поэтому выходит, что вот этот вот язычок перевеса на добро или на зло, который находится в наших руках, он действительно воздействует на весь мир. И поэтому мы определяем всему миру форму его существования.
или добрую, или плохую. И когда в ответ мы слышим, что мы вызываем в мире зло, давайте посмотрим Тору, что Тора говорит нам. А если нам не ясно из Торы, то тогда наука Каббала. Она добавляет и объясняет эти вещи. Потому что она объясняет всю систему связи, которая есть между нами в мире. Если мы посмотрим на наше общество, мы увидим, что размежевание очень сильное. Постоянно. И поэтому Неудивительно, что этот бойкот, который нам хотят объявить, и мы видим, что американцы уже собираются подписать соглашение с Ираном и так далее. Есть еще в процессе всякие вещи. И мы вызываем их сами, тем, что мы не переводим мир на чашу заслуг. Я хотел бы спросить, я хочу понять, правильно ли я вас понял. Вы говорите, каждый человек должен относиться к себе, как будто бы он находится на стрелке весов, и это должно быть в равновесии, ни туда, ни сюда. Нет. Прежде всего, есть только одно действие, какое? Одна заповедь. Какое? Это возлюби ближнего своего, как самого себя. Так сказано, возлюби ближнего своего. Это великое общее правило Торы. Общее, потому что оно покрывает все. И, собственно, только это от тебя требуется. Это первое, понятно. Второе. Я должен относиться к себе, как будто я нахожусь на стрелке весов, и весы находятся в равновесии, и согласно следующему действию, которое я произведу, мое отношение к людям, я склоняю чашу весов либо на чашу заслуг, либо на чашу вины. Если это будет действие, который приближается к возлюби ближнему к самому себя, я полагаю, что склоню на чашу заслуг. Верно. И не только себя. Но ты внутри народа Израиля и весь народ Израиля по отношению к всему миру. Послушай то, что я говорю. Каждый из нас должен, обязан видеть себя. Человек всегда должен видеть себя. Наполовину оправдан, наполовину обязан. То есть он всегда находится на язычке весов. Выполняет одну заповедь. Возлюби ближнего. Об этом написано. Что означает одна заповедь? Тогда он переводит себя и весь мир на чашу заслуг. Это огромная ответственность. Неважно, так это в природе. Смотри, что нам рассказывают, что нам говорят все народы мира. Они говорят, что вы вызываете зло во всем мире. И откуда это следует? Теперь ты видишь, что так написано в наших законах, которые говорят о законах природы, законах существования мира, общей системы, которая так построена, в которой мы все связаны вместе. Получается, что мяч в наших руках. И только мы в состоянии доставить миру добро. И преобразовать этот тяжелый период, злой период, в котором мы находимся сейчас, период между теснин, в период добрый, хороший. И написано, что когда-нибудь это произойдет. Еще вопрос. Если каждый действительно склоняет все, то, как я вижу вас, вы совершаете действия в направлении возлюби ближнего, как самого себя, положительные действия. Я меньше, я обычно не нахожусь в состоянии возлюби ближнего, как самого себя, то я склоняю все на чашу вины. И что произойдет? Вы действовали на чашу заслуг, я действовал на чашу вины. Что же будет в реальности? В действительности мы все должны объединиться. Чем больше мы вызовем объединение между нами, это перевешивание. Что значит, что ты перевешиваешь на правую сторону? Ты сейчас сделал какое-то действие с помощью руки? Нет, это делают не рукой. С помощью чего я перевешиваю себя и народ Израиля и весь мир на сторону заслуг? С помощью чего? С помощью объединения. Это называется «возлюби ближнего своего, как самого себя». И первое действие в любви – это объединение. Что такое объединение? Объединение – это значит, что я соучаствую в радости товарища, в боли его, как будто бы это был самый близкий мне человек. Говорят, как самого себя. Отношение должно быть таким, как я отношусь к самому себе. Это проблематично. Верно, что это проблематично. Мы не говорим, что это мы должны сделать. Это вообще не мы должны сделать. Но мы должны видеть, что так это должно произойти. То есть человек всегда должен видеть себя. И пытаться двигаться в этом направлении.
И тогда в такой форме, когда мы начнем так относиться друг к другу по отношению к объединению, мы этим вызовем, что называется, свет, возвращающий к источнику. И здесь мы приходим к еще одному правилу, последнему. Пока что. На сегодня. Ну да, то на самом деле. Правило очень простое. Что называется, я сотворил злое начало. Злое начало — это то, что мешает нам объединиться и вызвать, перевести весь мир на чашу заслуг, и этим перевести на чашу заслуг весь мир. И действительно показать всему миру вместо ненависти любовь и объединение. И это все в наших руках. То, что нам мешает проделать это действие, это называется злым началом. Это наше злое желание. То, что мы хотим ссориться и именно каждому быть над товарищем. Ну и все, что мы видим в ежедневном нашем поведении. Написано так: я сотворил злое начало не по нашей вине. То есть это как бы свыше. Творец сотворил, говорит, что я сотворил злое начало, и я сотворил Тору приправой к нему. Мы говорили об этом в предыдущих лекциях. Почему это приправа? Потому что свет в ней возвращает к источнику. То есть мы пытаемся между собой производить действия по объединению, сидеть в кругах, которые мы проводим так вот на улицах, и еще всякие действия. Этим мы вызываем состояние, в котором на нас воздействует какой-то свет, который называется светом, возвращающим к источнику, к добру. Свет, то есть какая-то сила воздействует на нас, которая продвигает нас к добру. А добро – это объединение. Это любовь. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Это имеет Тора в виду. Поэтому давайте не будем думать, что нам необходимо прийти самостоятельно к объединению между нами. У нас нет на это силы. Сила в нас, она как раз сила сопротивления этому. Но когда мы пытаемся над нашей силой быть немножечко ближе друг к другу, этим мы пробуждаем эту силу свыше, которая называется светом, возвращающим к источнику, или Торой называется эта сила. И эта сила воздействует на нас и сближает нас. В тот момент, когда она нас сближает, мы называемся теми, кто переводит себя на сторону заслуг, и этим автоматически весь мир также поворачивается в сторону добра. И вместо бойкота, вместо проклятия, вместо всего, что мы видим на наших границах, мы увидим хорошее отношение ото всех. Потому что это все зависит только от нас. Итак, есть такая сила в природе, вы говорите. Сила добра, сила единения. Мы можем пробудить ее? Да. И это только в нас. Все человечество, тысячи возможностей на десятках языков объясняют тебе, что ты виноват во всем зле в мире. И Тора сама это говорит, то же самое говорит. Я слышал, что сейчас и в Греции обвиняют, то, что у них нет денег, они говорят, евреи виноваты. Разумеется, подсознательно они чувствуют, что это так. Они чувствуют, откуда это исходит. И в Аргентине там тоже принцесса сказала. Они не виноваты. В них это раскрывается со стороны природы. Потому что этот переход от добра ко злу находится в руках Израиля, и они чувствуют, что если они чувствуют, что им плохо. Откуда это исходит? От Израиля? Так вот, коротким образом. Как только они почувствуют себя хорошо, они почувствуют, что это то, что это исходит от Израиля. То есть у них нет подхода к этим весам? Абсолютно нет. Почему такой национализм? Потому что мы вышли из Вавилона. Мы получили эту методику, методику объединения, методику любви, возлюбить ближнего своего как самого себя, и мы обязаны передать это всему миру. Это называется быть светом для народов. Это человеческий пазл. Ты не можешь от этого избавиться, не можешь. У меня еще вопрос. Сегодня, когда мы смотрим на Израиль, на израильское общество, они настолько далеки от объединения между людьми, может быть, никогда не были настолько далеки. И сейчас вы даете мне этот образ, вы говорите так. Каждый человек
человек должен смотреть, как будто бы он стоит на стрелке весов, и он свои силы одним своим действием, следующим своим действием. Как будто бы он в моих руках. Как руль, да. И страна просто разваливается из-за коррупции, из-за необузданного эгоизма, из-за того, что людей позорят, доводят их до самоубийства. И человек все равно должен верить, что в его руках руль, и в следующую секунду он может склонить на чашу заслуг весь мир. Или мы будем ждать. Это что, действительно так, несмотря на это ужасное состояние? Да, это не важно. Руль всегда в наших руках. Или мы начнем реализовывать нашу цель, или будем ждать, пока действительно не придут, не дай Бог, народы мира и не потребуют это от нас таким образом, что, как уже было в прошлом. Как человек может измерить, по какой шкале измерения, если сейчас я произвел действие, скажем, я повернул руль вправо или влево? О, это мы реализуем в группе или в наших группах. В израильском обществе как это можно измерить? Где право, где лево? В объединении, очень просто, в объединении, в сближении. От человека не требует ничего, кроме того, чтобы немножечко быть ближе к ближнему. Это на чашу заслуг. Это называется любовь Израиля, что весь Израиль товарищи. Тут нет ничего необычного. Мы уже были в этом 2000 лет назад. И выпали из этого, и отсюда все беды. Я хочу напомнить вам о кругах объединения. Вы говорили, что это происходит по всей стране, от Илата на юге и до севера, и в Твери, и в Элате, в Тель-Авиве, Ашдоде, обычно на набережных, в таких местах, где люди отдыхают, и люди сидят, и наслаждаются ощущением объединения, и тогда они уходят, и человек не знает, что делать дальше с этим. Смотри, мы не можем за полчаса объяснить человеку, который находится в круге. Сколько там сидит? Полчаса? Поэтому пока так происходит такое знакомство. Дальше придется, возможно, объяснять на нашем 66-м канале, в интернете. Мы сейчас начинаем немножечко больше находиться в этом. Я все время боялся, несколько лет назад, говорить о любви в Израиле, о возле ближнего своего. Сегодня, когда люди уже более отчаялись, видят, что все возвращается все время на те же самые круги, уже можно с ними немножечко больше говорить. Но тоже все говорят, что это все нереально, оставь. Очень тяжело убедить человека, что стоит... Что можно от хорошего как бы состояния отойти к плохому. Отчаялись от природы человека. Да, и это специально. Тут нет сомнений. То, что мы таким образом построены, то, что мы все против объединения, это именно для того, чтобы уровень объединения между нами был более сильным, чем у всех народов мира. Я не совсем понял это предложение. Для того, чтобы перевести весь мир на чашу заслуг, да, тебе необходимо устоять перед всем миром. Какая сила? Сила объединения. Поэтому твое эго должно быть тоже противостоять всему миру. И весит столько, сколько весь мир. Если взять весь мир и народ Израиля, то зло, эго в народе Израиля соответствует всем остальным народам вместе взятым. Да, это видно. Это понятно. Но мне непонятно все-таки эта картина. Непонятно, потому что ты не знаешь систему. Как это происходит в системе? Почему? Что написано? Ты должен видеть себя наполовину должным и наполовину оправданным. Это то, что тебе дано. И кроме того, перевести себя на
чашу заслуг на сторону заслуг, и этим ты переведешь весь мир. Почему же у израильтян есть самое большое эго? Потому что они должны перевести весь мир на сторону заслуг. Вы говорите, что если есть здесь, нам удастся справиться с эгоизмом и выстроим связь на объединение, приблизимся друг к другу, то мы решили проблему каждого человека для всех людей. Это автоматически происходит. Весь мир. И весь мир начинает слать тебе цветы. Теперь ты понимаешь, что такое жестоковый народ? Что должна быть, у нас должна быть выя жестокая, шея жестокая, наше эго жесткое, соответствующее всему миру. Потому что только тогда ты сможешь их тоже перевести на чашу заслуг, к объединению. Что после тебя они тоже повернутся к объединению. И поэтому необходимо нам рассказывать себе, и они будут понимать все больше и больше, прожевывать все эти вещи, как следует, и рассказывать всему миру. И тогда мы показываем, если у нас есть какая-то проблема, пусть помогут нам, как сказано у пророка Ишаяу, что народы мира поднимут нас на свои плечи и понесут в Иерусалим. Это означает, что они помогут нам объединиться и помогут с хорошей стороны, не с плохой. Это прекрасно. Насколько это тяжело, это прекрасно. Это замыкает всю эту систему. Ты понимаешь, насколько она совершенно находится в гармонии, и все находится в такой очень простой реализации. И если так говорят напрямую и народу Израиля, и народу мира, что надо сделать маленькое усилие, все вместе. Маленькое, простое. Мы вернулись, радио 103FM, Раф Лайтман и Наука Каббала. Мы хотим включить наших телезрителей и радиослушателей. Мы поприветствуем Хези. Здравствуйте, Хези, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Раф Лайтман и ведущие. Я хотел задать вопрос. Я вообще оптимист, но в общем-то в последнее время я пессимист. Мы ходим в синагогу, и люди сидят вместе, только выходим, начинают нападки друг на друга. Что же мы за евреи такие? Один против другого. И для чего мне нужны десятки этих синагог? У каждой общины есть своя синагога. Почему мы не можем собраться все вместе, учить Тору? Для чего нужна каждому своя синагога? Да, это результат разрушения храма. Тогда у всех был единый храм, все туда приходили. Объединялись вместе вокруг этого. И в тот момент мы все были объединены как братья. И в какой-то форме это правило возлюби ближнего своего, как самого себя, осуществлялось между нами. Но постепенно, в течение истории, с выходом из Египта и до разрушения второго храма, исчезло постепенно. Так это произошло, пока во времена Раби Акивы не превратилось из любви в ненависть именно среди его учеников. Поэтому сейчас мы находимся в состоянии, которое называется изгнанием. Изгнание — это изгнание из того самого свойства отдачи, любви, объединения, ощущение того, что мы братья, которая была раньше. Это называется изгнание. То есть с этой точки зрения мы по-прежнему, мы все еще не вернулись в свое государство, в свое место, в свою землю, землю Израиля. В состоянии, когда мы вместе. Мы все еще не народ Израиля. Поскольку народ Израиля, когда все объединены вместе, они просто так живут так, на каком-то клочке земли. И необходимо работать над этим.
Я хотел бы еще кое-что сказать. Когда мы приняли скрижали завета от Творца, вместо того, чтобы почитать эти скрижали, почитать друг друга, мы получаем удары свыше, потому что мы не возвеличивали Творца, не почитали эти скрижали. Вы спрашиваете, да. Я спрашиваю. Но в конечном счете, да. Но если говорить кратко, то нам Тора объясняет, что возлюби ближнего своего самого себя. Это общее правило Торы. Тебе не надо думать о скрижалях Завета, что там написано, 10 заповедей. Достаточно тебе думать об объединении между нами. Если мы все будем думать о объединении между нами, и наука Каббала об этом не знает. Но она говорит только о том, как нам вернуться с снова объединиться, как вызвать, как мы говорили в первой части нашей передачи, что этим мы можем вызвать и себе, и всему миру быть объединенными, и этим весь мир придет к желаемому исправлению, и так мы все придем к добру. Если ты захочешь знать, как это реализовать, то ты можешь обратиться к нам. Да, ищите Каббалаля в интернете или 66-й канал, и можно слушать также и радио 103FM. Каждое воскресенье. Спасибо, Хези. Всего тебе хорошо. Спасибо, Хези. Поприветствуем Йоси. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый Рав. Здравствуйте. Что значит, я должен поместить себя на стрелку весов? Тебе надо видеть себя, как находящегося на значке весов. И говорится об одностороннем действии, когда я склоняю. Ну, так написано. Но в жизни я вижу, что если я действительно делаю так, то меня используют. Я делаю добрые деяния, хорошие поступки, но в ответ я не получаю взаимности. Что такое это решение? Я не знаю, что ты теряешь, если ты относишься к другим, как к своим братьям, и этим показываешь им пример. Ну и каким-то образом пытаешься вызвать, чтобы они тоже так делали. Почему ты думаешь, что это невозможно? Давай попробуем. Мы, по крайней мере, пытаемся так сделать. Мы изучаем это во всей нашей учебе, как так относиться друг к другу. И этим... Знаешь, как раскрывается высший мир? Я тебе расскажу, как. Сидят 10 человек. Вместе учатся, вместе говорят об объединении между собой, отменяются друг перед другом. То есть каждый из них отменяет самого себя по отношению к другим, по отношению к девяти другим. И объединяются. С помощью объединения приходят к такому ощущению между собой, что между ними раскрывается высший мир. Это реализация науки Каббала. Очень просто. То есть это слышится таким простым, близким. Только отмена эго человека. Поднимаемся над ним и раскрываем высший мир. Что такое высший мир? Высший мир — это высшая система, которая управляет всем нашим миром. Это мы раскрываем. И каждый может это сделать. И в науке Каббала это объясняет очень простым образом. И эта вещь близка, ты можешь ее реализовать. Только все мы должны прийти. Мы все должны прийти к состоянию, когда мы будем знать, как эта система действует, как она управляет нами, как нам реагировать на нее, как нам властвовать над своей судьбой. Что может быть лучше? Особенности здесь. Народ Израиля в земле Израиля. Спасибо, Йоси. Шалом Авигаил. Здравствуйте, Авигаль. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый Рав. Я училась в Англии, я боролась с антисемитизмом. И сейчас вы говорили о том, что мир обращается против нас, потому что мы не объединены. И по правде говоря, я знаю большинство еврейского населения в Англии, они достаточно симпатичны. И они жертвуют разным там нуждающимся. И мой вопрос так, что же нужно еще делать?
как объединиться. Народ Израиля должен объединиться, просто быть объединенными. Там он объединен, потому что на него оказывают давление. Он чувствует, что иначе он не может выжить. Но на самом деле необходимо пытаться быть соединенными все вместе, как можно больше, и в особенности говорится о народе Израиля в земле Израиля. Где здесь мы находимся в виде очень-очень просто противоположном. Ну и ты знаешь, если ты сейчас находишься в Израиле, после Англии, нет ни в какой стране такой ситуации, как здесь. Если мы постараемся объединиться, и мы обучаем, как это делать на наших курсах, если мы постараемся это сделать, там будет хорошо. Вы рекомендуете, чтобы все переехали в Израиль? Я не говорю об алие. Разумеется, я за, но не то, чтобы это было необходимым условием. У меня тоже есть там родственники. И я знаю их форму жизни. И я понимаю, я знаю, что происходит в Соединенных Штатах, в других странах, в еврейской среде, в каждой стране. Естественным образом они там находятся в GCC, во всяких таких организациях, но это из-за давления. Они пытаются в какой-то форме организоваться, создать какие-то такие местные организации. Это не объединение. Это взаимоподдержка против внешних действующих внешних сил. Это не из состояния, что мы братья, что есть близость между нами. Мы так себя ведем. Тора требует иное объединение. Спасибо, Таль. Если вы хотите услышать информацию о Кабалалям, это в интернете. Спасибо, Авигаль. Сейчас мы поприветствуем Таль. Добрый вечер, здравствуйте. Я слушал передачу и хотел бы узнать, есть ли у каждого человека своя особая роль, и как бы я мог узнать, в чем заключается моя особая роль. Разумеется, у каждого есть своя особая роль, потому что у каждого есть свой собственный корень его души. И только он в состоянии привести его в действие, реализовать его, и его роль никто не может вместо него выполнить. Но как узнать, в чем состоит она, тебе надо много учиться. И ты сможешь это раскрыть, а никто вместо тебя не сможет. То есть даже если мы покажем, скажем, что есть высокий корень души и какая-то особая роль, но только ты можешь раскрыть, в чем состоит эта роль. И все это перед тобой. Пожелаем удачи Талю. Мэйр спрашивает в Фейсбуке, можно ли измерить уровень объединения в народе и согласно этому сказать, насколько мы далеки от катастрофы? Какой замечательный вопрос. Да, действительно. В мере объединения между нами мы можем измерить себя, мы можем измерить свое место на духовной лестнице, лестнице духовных ступеней. Это называется лестница Якова. Каким образом нам подняться от нашего мира? Из нашего мира начинаем подниматься по 125 ступеням, пока не приходим к миру бесконечности. Разница между всеми этими мирами, 5 миров по пути, 5 парцуфов в каждом мире, 5 сферот в каждом парцуфе. То есть все это 125 ступеней. Это больше объединений между нами. Скажем, я нахожусь в десятке. Мы всегда производим действия в миньяне. Если мы правильно объединяемся между собой, отменяем себя, то с помощью этого мы начинаем чувствовать связь между нами и новую силу между нами, которая называется, то, что называется, раскрывается духовная сила. И чем больше и больше мы соединяемся, тем больше каждый из нас чувствует себя, как он поднимается по лестнице этих ступеней. Пока мы не приходим к завершению. Это ответ Амеру. И сегодняшняя последняя радиослушательница Эстер.
Шалом, квода рав Лайтман. Здравствуйте, уважаемый рав Лайтман. Здравствуйте, эстер. Уважаемый рав, я хотел бы спросить, я слышал, как вы сказали, вы говорили о том, что народ Израиля упал из братской любви без причины ненависть. Но если народ Израиля был в братской любви, почему они должны были упасть в без причины ненависть? Почему это произошло? Мы сегодня говорили о том, что мы ответственны за весь мир. Что если я в какой-то форме пытаюсь, и мне каким-то образом удается перевести себя на чашу заслуг, объединению, то этим я вызываю объединение. Этим объединением я вызываю перевод всего мира на чашу заслуг. Теперь для того, чтобы перевести весь мир на чашу заслуг, с помощью того, что я перевожу себя, я должен упасть с той ступени, на которой я тогда был, смешаться со всем миром в течение 2000 лет изгнания, и сейчас соединить себя обратно с чашей заслуг и этим присоединить весь мир к себе. Так написано, что сыны Израиля вышли в изгнание, только для того, чтобы присоединить к себе душу народов мира. То есть весь этот переход, который мы делаем обратно к объединению, это для того, чтобы объединить весь мир вокруг нас. И поэтому весь мир полон ненависти к нам, что мы этого не делаем. Окей. Туда, Эстер. Прекрасно. Спасибо, Эстер. Будем работать вместе и добьемся успеха. Поблагодарим Эстер, есть Майя и другие. Спрашивают на вашей страничке в Фейсбуке, как вызвать свет, возвращающий к источнику. Как можно знать, что он работает? С помощью того, что мы пытаемся объединиться. Если я пытаюсь объединиться, объединиться с какой-то группой людей, которые подобны мне, то этим мы вызываем свет, возвращающий к источнику. И тут мы начинаем чувствовать, насколько мы меняемся, насколько мы понимаем внутреннюю систему, которая находится в нас, которая связывает все части действительности. Мы начинаем чувствовать наш мир, каким образом он является полным новых сил, и как эти силы объединяются вместе в единую систему, какая программа действует внутри этой системы, и она называется Творцом, Божественностью, Высшей Силой. Она управляет нашим миром. То есть мы управляем управление и контроль. И начинаем в этом принимать участие. Как один человек влияет на весь мир? Спрашивает Эйла. Да, один человек может влиять на весь мир. Как она спрашивает? Как? Потому что он объединяется со всем миром и пытается через него перевести весь мир на чашу заслуг. Так, разумеется, каждый является важным. В духовном каждый важен так же, как и все остальные. Сказано, что общее часто едино. Я с начала вечера это не могу понять. Допустим, Ирал, он праведник, он слушает вас каждую неделю на радиопередаче 103 FM, он идет переполненной любовью, склоняет весь мир на чашу заслуг. Я понял. Я прихожу домой. Я, естественно, склоняю всех на линию вины. Есть Иран, он склоняет на чашу любви, я на чашу вины. Что же произойдет с миром? Кто победит? Большинство? Необходимо пытаться сделать так, чтобы было как можно больше таких, как Иран, и поменьше таких, как ты. Ты понял? Да. Вы... У меня еще вопрос. Вы здесь каждую неделю на радио рассказываете терпеливо об объединении, возлюби ближнего. Потому что больше нечем говорить. Все надеялись услышать от меня какие-то тайные советы. Верно. Знаешь, фокусы какие-то. Может быть, что я поговорю о каких-то тайных вещах, скрытых. Все это, на самом деле, заложено в человеке. Наш мир, он полон всяких тайн. Он весь является тайной. Что мы знаем о нашем мире? 99% действительности скрыто. Но невозможно рассказать об этом, потому что что человек услышит? Я могу только показать ему, как что-то сделать для того, чтобы постичь. Поэтому наука Каббала называется тайной наукой. Потому что человек с помощью действий, которым мы ему объясняем, как действовать, он начинает весь мир видеть. Как сказано, свой мир увидишь ты при своей жизни. Но снова, это только с помощью объединения. Поэтому мы говорим о простых действиях, об объединении, реализуем, и мир раскроется. Я это обещаю.
Я хотел спросить, что же дает вам силы, терпение все время говорить с людьми об объединении, о любви? Вы как будто бы такой оптимист, и не обращайте внимания, что страна разваливается. Почему? Что ты думаешь, мне не больно, я этого не вижу? Нет, я не сказал, что вам это не болит, но откуда вы не впадаете в отчаяние и все время говорите так позитивно? Где этот оптимизм? Откуда он берется? Что человек может сейчас склонить все на добрую сторону? Вас не беспокоит, что все рушится? Я беспокоюсь, потому что я вижу, как люди по-настоящему страдают. Они вызывают страдания своей, всего мира. И я не хочу это видеть. Но я понимаю, в каком состоянии они находятся. И я пытаюсь это объяснить снова, снова и снова. Это как с нашими детьми. У тебя есть маленькие дети? Ну что ты будешь с ними делать? Насколько на тебя это давит, все-таки ты вынужден объяснять терпеливо, раз за разом. Только любовью. Все преступления покрывает любовь. Все преступления покроют любовь. Я думаю, что этим мы можем подытожить. Спасибо, Раф Лайтман, спасибо, Орен Леви, спасибо всем нашим, всему нашему отделу. Мы встретимся на следующей неделе, в воскресенье, в то же время. Ищите нас в интернете, 66-й канал.